Это было бы слишком просто, если б все давалось легко, но так не бывает, так не бывает. И тот, кто хоть раз побеждал, до мечты дотянулся рукой, меня понимает, меня понимает. Это было бы слишком просто, если б не ошибался в пути, но так не бывает, так не бывает. Но кто, несмотря на падение, продолжал к своей цели идти, меня понимает, меня понимает. И побеждает, вновь побеждает. Порой все хочется бросить, порой ты хочешь уйти, но вновь внутри этот голос победа ждет впереди. Нам кажется, будто в тупик сошли все пути, но внутри этот голос вперед иди. Меня зовут Гриша, и в этом никто не виноват. Я рад вас приветствовать на наших встречах, встреча, которая называется «В эпицентре». Вы здесь. Я надеюсь, что будете ощущать себя точно так же, как в эпицентре какой-то бури, какой-то стихии, стихии эмоций. У вас все замечательно. У вас уже сейчас все замечательно. Вы идете чаек. Вы не постеснялись, пойти взять чай, печенюшек. Все есть у всех? И развлекает нас, а также радовать нас своими замечательными песнями будет прекрасная группа. Группа «Upgrade». Пожалуйста. Решать этот вопрос. В общем, есть один вариантик. Можно поехать в Москву, там выступает Джеймс Блэк. В ДК «Чай» там выступает Джеймс Блэк. Новый Джеймс Блэк. Джеймс Блэк, это же легендарный лайф-коуч, очень популярный, очень известный. Такой там всякие смешули рассказывают в эпицентре, там жизни, счастья. Что-то рассказывает активный, там вот руками машет. И все, знаете, так смеются, так за животики держатся. Поэтому с удовольствием в стиле заокеанском говорю о том, что на эту сцену приглашается Джеймс Блэк! Собираемся, где ты появился? Ну вот, наконец-то я в России, вроде нормально. Really good to be in Moscow. Рад я быть в Москве вместе с вами. Now I gotta tell you something. Должен вам кое-что сказать. It's gonna be hard to believe, but it's the truth. В это не так легко поверить, но должен вам сказать, так оно и есть. А суть в том, что сейчас ваше время. Именно это поколение оказывает на современный мир самое большое влияние. Но раз уж вы это делаете, то есть вещи и правила игры, которые надо понимать. Это было бы слишком просто, если без крови был бой, но так не бывает, так не бывает. И тот, кто к цели своей шел, невзирая на боль, меня понимает, меня понимает. Это было бы слишком просто, если бы не было слова цена. Всем планом, с которым я хочу поделиться сегодня с вами. Nothing can hold you back. Ничего не сможет вас удержать. Если не исполним мы свои мечты, что однажды в сердце с неба к нам пришли, сможем ли за это мы себя простить? Сможем ли в конце пути спокойно жить? И спустя много лет, будешь ли ты счастлив или нет? Порой все хочется.
забросить. Порой ты хочешь уйти, но вновь туды этот голос. Побед ждет впереди. Порой нам кажется, будто в тупик зашли все пути. Но вновь туды этот голос. Победа стоит того. Такое вот необычное завершение прекрасного вечера. Мы будем говорить с вами об эпицентре взглядов и нашего предназначения. Интересная тема, на которую мы вас приглашаем завтра.